Уже весна, а ты еще не обновил свой гардероб? Тогда заходи на крутой сайт slonsneakers.ru. Тебя ждет большой выбор кроссовок и стильной одежды. Если паришься насчет доставки, то не переживай. Доставка по РФ за считанные дни. Оплата при получении. Также магазин проводит большой конкурс ВКонтакте, в котором разыгрывается 10 призов на твой выбор. Хочешь крутую пару сникеров к весне? Тогда участвуй. slonsneakers.ru. Заходи, выбирай, покупай. Ссылка на магазин и розыгрыш под видео. Boy. Говорят, что деньги зло. А как ты сидишь? Что, не слышно громко? Мобилу в руке. Стою на перекрестке. Представляю, как я буду тратить все лапы. После пацанов не встают. Не встают пацанов. Ебой. Чуть глазок, придя, как вступлю за порог. Нахуй шлю мусоров. С ними дел мы не. А если ты стуканул, то говори, больше не о чем. Наши парни за разборки на моем районе. Если ты мой брат, то и мой враг, теперь и твой враг тоже. Ничего личного, лишь бизнес. Если это бизнес, то смерть не разлучит. Ебой. Там с Москвы 9 числа я выступаю на дневной вечеринке, там приезжать обязательно. Здорово, брат. Здорово, брат. Смерть не разлучит вас. Раз. Не, ну сначала другой трек выйдет походу, а потом только этот. Через недельку, две, там, не знаю как. Не, я не курю. Кто трезвый, бля? Где эта вечеринка будет? Братан, у меня там... там за репост, по-моему, вход бесплатный. Ну, в группе у меня информация есть, на личной странице ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме. Заходи куда хочешь, просто запали, где это. Салют, брат. Е, Савицкий мой брат. Как сам, нига. Олежка Кизару, да поедем, конечно, но он сейчас паспорт, блядь, восстановить нахуй за гран и все поедем. Кто псайбой, да не, братан. Не смеши мои носки. Да, красавчик, брат, буду ждать, будем раскуривать и грязь делать. Бит Black Surfer. Большой ему респект, кстати. Он мне подогнал минусов вообще опасных, блядь.
И вот этот самый такой... Короче, остальные все на альбом я сразу отложил. А вот этот, думаю, зарелизи. То есть он самый простецкий, более-менее. Фу, блядь, ну ты долбоёб. Ты что, техника слушаешь? Тусил с Чейни? Никогда не идет. А, увиделись на батле, как бы там, привет, привет и все. Надолго в клуб приедешь? Не знаю, посмотрим. У нас там туса нормал подъедет, как бы. Марку Гэнг, ебой. Ебой, братуха. От души, брат. Студия 43 градуса. Если вы ищете студию в Москве, приезжайте сюда. Здесь Мишани сделает вам бомбу. Работает со мной, с Кровостоком, как бы. Много с кем. Если напишешь по делу, может, отвечу. Если будешь репостить, лайки там ставить, я хуй знает. Ну да, какую-то активность делать, может быть, я отвечу, брат. А как ты относишься к Паше Технику? Ты сам как к нему относишься? Тут спрашивают за Кровосток. Будет что-то новое, Мишай? Будет что новое у Кровостока-то? Будет? Не можешь говорить? Хоть в этом году? Мишаня говорит, что походу в этом году, да, будет что-то. Мишаня как красавчик не палит ничего, как бы, никого. Ну да, брат. Вот, брат Илья, тебя поддерживаю, да, полностью. Камень, я не курю камни, брат. Шило всегда делает охуенно. Да, брат. White Guru, мой брат, респект. Ну, мы знакомы с Фараоном, да, мы встречались, как бы. Я бы не сказал, что мы прям кореша, как бы. Видел его полтора года назад, может, последний раз. Ну да, мы знакомы, как бы, и респект ему большой, он респектовал мне, как бы. Депо тоже как бомбит, мы с ним трек даже записывали. Депо вообще, я считаю, один из самых стильных рэперов, ну, в России. Если ты мой брат, то и мой враг теперь, и твой враг тоже. Да, Дуни мой корень. Вот Дуни мой корень. Будет ли батл против Гнойного? Гнойный сдулся, брат. Гнойный не хочет батлить, он сыт. Он говорит, я ссу, блядь, тебя убить. Не хочу больше батлить. Поэтому, походу, нет. У меня с Депо как бы и так есть фиты. Надеюсь, еще будет. Ну, мы записали еще одну совместку, но она, походу, только выйдет на альбоме Ригаса, если выйдет. Что-то мне про всех мой кореш спрашивает. Что с МММ? Да ничего. Да, Дуня тоже, мне жаль, что подзабил на свой рэп, он так не особо актив. Не, он не подзабил, но просто мог бы быть больше делать. Ну смотри, если твоя подруга ночует у соседа и говорит... Вообще ты должен изначально себя, братан, поставить так, что у нее друзей, парней не должно быть. Во-первых, ты сначала должен этому соседу сказать, какого хуя ты мою малышку куда позвал вообще. Ты что, охуел, скажи? Я твою, ебать, малышку позову к себе. Понимаешь? Ты скажешь, ты хочешь мою малышку куда-то позвать? Если ты друг и уважаешь наши отношения, должен звать нас обоих. Правильно? Это не, я не слушаю, это мешание сводит там просто. Вот. И если она не слушается тебя, то она уже не твоя девушка. Ты сразу ее шлем.
Если она ночует у соседа и считает это нормальным, братан, это шкура бывалая. Короче, ну, это не та девушка, с которой строят серьезные отношения. Это я тебе сразу говорю. Знаешь, как говорят, у девушек есть два мужчины. Тот, с кем она трахается, тот, с кем она должна трахаться. Очевидно, этот сосед, тот, с кем она считает, что она должна трахаться. Понимаешь, брат? То есть, твоя малышка, у нее не должно быть друзей, парней, как бы, вообще. Никаких звонков от парней, понимаешь? Хочешь пойти гулять, дружить? Дружи с девчонками. Хочешь дружить с парнем? Пусть он нас обоих зовет. По-другому никак. Иначе она тебя за дурака держит. Вот. Да и вообще, братан, если твоя малышка ночует где-то, блядь, если она после 10-11 может находиться где-то не дома у тебя, и я не знаю, и, а еще там ночевать у какого-то чувака, то ебаный рот. На, да, братан, я уверен, ты просто сам с ней, лишь потому что тебе просто не трахаться да, нравится. Но, братан, вот это все, это проявляется как бы в жизни больше. Вот, поэтому, ну, если девушка дает сразу... Кима Нигер укоротил бит.